Всем привет! За моей спиной ДК «Машиностроители», который находится на улице Рабочей. И сейчас я хочу вам показать, как он выглядит снаружи и что находится вокруг него. Погнали! Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Слева от здания ДК находится памятник Макарову. Дважды герой социалистического труда. Вот. Вот у него медали всякие, ордена. Так. Вот такой вот скверик сейчас здесь находится. Здесь вот люди гуляют, дети тут катаются на всяких роликах, скейтбордах. Мамочки гуляют с детками. Вот. Тут построили, кстати, такой вот... Улдус. Улдус называется этот жилой комплекс, но, как я знаю, он вроде не работает, ну как, не запущен полностью в эксплуатацию. Там несколько квартир заселено, но что-то у них там какая-то проблема есть, что этот дом уже несколько лет стоит и не заселяется. Так, сейчас обойдем ДК вокруг. Здесь вот такой вот, я уже сказал, скверик. Афиша здесь находится, и вход служебный, туда заходят на кружки всякие. Вот. Тут центральный вход находится в ДК. Афиши также висят всяких мероприятий, которые будут проходить в ближайшее время. Вот. Справа здесь детская площадка. Сейчас никого нету, уже вечер. Все пошли домой отдыхать. Вот. За ДК вот еще такой вот парк небольшой, скверик. Здесь вход в спортивный зал. Здесь находится за дворцом. Также служебный вход. Вот сам спортзал, как я знаю. Вот тут летом работают всякие детские аттракциончики, там батуты, карусельки небольшие. Вот. И мы уже обратно вернулись.
Вот этот жилой комплекс, о котором я вам говорил. Небольшая спортивная площадка и скверик. Все, кстати, чисто и аккуратно, не считая мелочей.